В центральном районе Твери продолжается установка новых пластиковых урн большой вместимости. Работы идут в рамках проекта «Чистый город», организованного компанией «Тверь спецавтохозяйство». На сегодняшний день в региональном центре уже установлено порядка 20 современных урн. В скором времени к ним прибавится еще 40. Улица Троицкая в центральном районе Твери. В районе плотной частной застройки установить контейнерные площадки не представляется возможным. Здесь осуществляется пакетированный вывоз мусора. Однако подобное приводит вот к этому. Картина для исторической части города, мягко говоря, неприглядная. Да и окраины, лежащий на дороге мешок с бытовыми отходами, конечно, не украсил бы. Однако действовали жильцы окрестных домов, что называется, не со зла. Мусорные машины сюда приезжают в определенное время. И те жители, кто, например, уходит на работу, оставляют мусор, дабы его забрали сотрудники мусорной компании. Впрочем, иногда, рассказывают местные жители, складирование отходов превращается в самую настоящую несанкционированную свалку. Народ наш такой, что не понимает, что надо аккуратно, нормально класть. А когда уже начинается вот весна... Начинаются вот кусты, огороды, так безобразно набросают, и все стройка, весь стройматериал, все туда идет. Ну и, конечно, если по-честному сказать, не своевременно выбирали. Выбирали бы, другое дело было. Проблему с вывозом бытовых отходов с этой улицы должен решить проект компании «Тверь спецавтохозяйство «Чистый город». В его рамках в центральном районе города устанавливаются новые пластиковые урны большой вместимости. На каждый участок по две, чтобы у жителей была возможность вести раздельный выброс отходов. То, что потом пойдет на переработку, пластик или стекло, должно отправляться в синюю урну. Все остальное – в зеленую. Улица Троицкая – лишь один из участков, где установлены эти элементы. Подобных урн у нас в центральном районе в феврале было установлено порядка 10 точек, это 20 контейнеров. И на данный момент нами выбрано 20 точек, будут установлены 40 контейнеров дополнительно. Впрочем, пока, и это, пожалуй, ключевая претензия к авторам проекта, речь идет об установке таких урн лишь в центральном районе Твери. Понятно, что территория во всех отношениях значимая. Здесь расположены здания муниципальных и региональных органов власти, да и у заезжих туристов центральная часть города пользуется наибольшим интересом. Мы также проехали по прилегающим улицам Бебеля и Брагина и увидели, что их также убирают. Регулярный вывоз мусора налажен 3 раза в неделю, рассказывают жильцы в вечернее время. Однако мы получаем немало сигналов от жителей других улиц в разных районах города, где, видимо, с уборкой и дело обстоит не так радужно. Мы продолжим следить за тем, как администрации районов обслуживают другие части города. Выясним, что в этом плане будет делаться, и проинформируем вас об этом.